детишки, есть у меня страшная история для вас. Я хочу рассказать страшную историю. Ладно. Жил-был старик, и однажды он заболел свиным гриппом. Болел он, болел, целую неделю проболел, совсем слабый стал. А потом встал и пошел на работу. Это все? А что с гриппом стало? Он думал, что он выздоровел. Но оказывается, у него вырос поросячий хвост. Вот он так и ходил. Ну ладно, у нас есть получше история. Одна девочка сидела на кухне, делала уроки в тетрадку в клеточку и пила чай с баранками. Вдруг само по себе радио включилось и стало говорить. Девочка, девочка, спрячься. Гром на колесиках по твоей улице едет. Девочка сильно испугалась и спрыгнула с табуретки, а радио продолжало. Девочка, девочка, прячься, гром на колесиках уже нашел твой дом. Девочка громко закричала и стала дрожать. А радио не унималось. Девочка, девочка, прячься, гроб на колесиках поднимается по твоей лестнице. Девочка очень громко закричала и обиделась. А в соседней комнате мама с папой очень веселились, экспериментируя с новым бейби-монитором для младшего брата. А вот у меня, ребята, есть настоящая страшная история для вас. Одна девочка решила написать письмо бабушке. Тем, как положить письмо в конверт, она нарисовала черные руки и заштриховала их. Ань, пойдем кушать. Ужин готов. Хорошо, иду. Черные перчатки. Утром
и отец исчез. На следующую ночь она услышала крики матери и испугалась еще больше. Утром мать исчезла, вместо нее появились черные перчатки. На следующий день девочка поняла, что настал ее черед, и она спряталась под кроватью с ножом. Черные перчатки пришли к ней. Она отбивалась и отбивалась ножом, но они нападали на нее. А куда все делись? Да они слабонервные. Ром, я тебе перчатки в шкафу нашел. Дай их потаскать, а? Ну, давай. Ну что, печенье принес? Да, да, конечно. Держи. О, давай, 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 давай. Ну, а что с девочкой случилось-то? Да. Это и все приснилось. Окей.